Вот мы сейчас подошли к этому дому. Это дом 55Б. Вот вы можете заметить эти трещины на фасаде дома. Тут находится 75 квартир. По информации жителей, дом построен без фасада, то есть на землю просто взяли и построили. Технические как бы регламенты не учтены, и я пока не знаю, кто как бы принимал этот дом. Ну вот сейчас здесь телевидение тоже. Будем снимать дальше, уточнять, выяснять. Жители уже подавали в суд, и вопрос на стадии сейчас разбирательств судебных. Пока еще никакого решения не принято, но жители требуют обмена жилья, потому что реконструкции этот дом уже не подлежит по той причине, что он вообще изначально построен не по... не соблюдая технические требования, да?